2013 году Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, ведущий вуз Рязанского региона, отмечает свой 70-летний юбилей. Наряду с богатыми традициями медицинского образования, этот крупный профильный университет Центра России славится лучшими преподавательскими кадрами, уникальным образовательным подходом и современной технической базой. Вместе с вузом круглую дату празднуют тысячи его выпускников, которые трудятся в разных уголках не только нашей страны, но и планеты. Рязанский медицинский университет всегда останется для них альма-матер, давшая им путевку в жизнь. За все эти годы университетом было выпущено более 56 тысяч специалистов различного профиля. Подготовлено 170 докторов наук и 994 кандидата наук. Выпускники вуза работают в лечебных и научных учреждениях России, государств ближнего зарубежья и других стран мира. Сегодня в университете проходит обучение 5500 студентов. Из них свыше 1000 иностранных студентов из 56 стран мира. В общей сложности выпускники Рязанского медуниверситета работают в 130 странах мира. ВУЗ ведет обучение по программам высшего и среднего профессионального образования медицинского и гуманитарного профиля. Сильнейший профессорско-преподавательский состав университета численностью 639 человек включает в себя 81 профессора, 81 доктора наук и 383 кандидата наук, а также 30 академиков и членов-корреспондентов российских и международных академий. Сейчас в университете функционируют 9 факультетов – лечебный, медико-профилактический, фармацевтический, стоматологический, клинической психологии, высшего сестринского образования и факультет по обучению иностранных студентов. В 2012 году были открыты факультет педиатрии и среднего профессионального образования, а также открыт филиал на базе Ефремовского медицинского колледжа в Тульской области. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров Рязанского государственного медицинского университета основана на сочетании классических традиций и современных образовательных и медицинских технологий. 53 кафедры вуза готовят медицинских работников, используя богатейший опыт преподавательской работы. 70% всех занятий имеют практический характер, в том числе с использованием фантомов, муляжей и симуляторов. Сегодня медицинское образование рассматривается значительно шире, нежели полвека назад. Повышаются требования к специалистам, появляются новые профессии, и Рязанский государственный медицинский университет их успешно осваивает. На базе университета осуществляется послевузовское и дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации специалистов, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Здесь в течение десятков лет работают научные школы, которые проводят исследования в различных областях медицины, благополучия человека и окружающей среды. Итог их работы – защита докторских и кандидатских диссертаций, издание крупных монографий, руководств и справочников. Являясь одним из крупных профильных вузов Центра России, университет располагает обширной современной материально-технической базой. Это 16 учебно-лабораторных корпусов, научно-исследовательские комплексы и собственный медицинский центр, ботанический сад с опытным полем, а также комплекс спортивных площадок, оздоровительная база и ряд других объектов. В отдельном четырехэтажном здании располагается научная библиотека университета, фонд которой насчитывает более 750 тысяч экземпляров книг и электронных изданий. Обучающимся и сотрудникам вуза доступны современные электронные информационные ресурсы «Консультант студента», «Медлайн», «Кокрановская библиотека». Уникальный анатомический музей, насчитывающий более 2500 оригинальных препаратов, которые собираются на протяжении долгого периода времени, используются в учебном процессе студентами всех факультетов. Рязанский государственный медицинский университет – один из немногих вузов, который имеет научно-образовательный центр, виварий с питомником экспериментальных животных, научными и учебными лабораториями для моделирования патологических процессов и проведения доклинических исследований. В вузе оборудован центр практической подготовки, под который выделен целый этаж. Он предназначен для практической отработки навыков и формирования профессиональных компетенций.
Студенты вуза проживают в комфортабельных студенческих общежитиях на территории медицинского городка. В каждом общежитии есть буфеты с разнообразным меню горячих блюд. За последние годы в университете получила мощный импульс спортивно-оздоровительная и культурная работа. Капитально отремонтирован спортзал. Готовится к вводу в строй современный спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом. Студенты университета имеют возможность заниматься в многочисленных спортивных секциях, показывая при этом хорошие результаты во всероссийских и региональных соревнованиях. В университете работает единственный в городе лучно-арбалетный тир. Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов не только по российским, но и по международным стандартам, что подтверждается многочисленными сертификатами мировых аккредитационных агентств. Среди множества наград вуза стоит отметить дипломы лауреата всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие вузы ЦФО», а также золотую медаль «100 лучших вузов ИНИИ России» в номинации «Лучший профильный вуз». Университет внесен в федеральные справочники, а также европейские и национальные реестры лучших учреждений образования и здравоохранения. Из года в год множится число выпускников Рязанского медицинского университета. Специалистов высокого класса, получивших прекрасную возможность сделать блестящую карьеру в самой благородной профессии –